24-26. Ниже 0 ожидается переменная облачность. Но все это закончится уже в четверг. В четверг синоптики обещают нам плюс 1, минус 1. Вот такая вот непостоянная погода в столице. Ну а прямо сейчас от этой неопределенности мы отправимся в Казахстан, в село под названием Кенжиколь. И там сейчас минус 32. Стабильно холодно. Поэтому долго мы в этом месте находиться не будем, чтобы не замерзнуть. И возвращаемся в столицу. Тем более, что скоро придет весна. Юмор ФМ. Всегда хорошая погода. Фоменко на Юмор ФМ. Продаю нервную систему в отличном состоянии. Заводится с полоборота. Предоставим слово артистам предпенсионного возраста.